Академия музыки и театра внедрила технологию передачи звука и изображения без задержек под названием «Лола», благодаря которой даже находящиеся за десятки тысяч километров друг от друга музыканты могут играть вместе в режиме реального времени. Сегодня технология была продемонстрирована на примере музыкального телемоста между Таллином и Минском. При этом были исполнены как классические, оперные, так и джазовые произведения. Одна половина музыкантов находилась здесь, в зале Академии музыки и театра, а другая в столице Белоруссии на расстоянии 639 километров. По словам ректора Академии Ивари Ильи, следующий концерт «Без границ» состоится уже 10 октября. При этом нельзя недооценивать и академическую ценность новой технологии. Теперь преподаватель может давать уроки и мастер-классы на любом расстоянии, причем сразу для нескольких учебных заведений. Новая технология, то есть low latency, значит, которую мы сегодня имели радость наблюдать, конечно, дает очень большие возможности как для академии, как учебного заведения, так же и разного рода артистов. И, в общем, можно в очень разных областях пользоваться этой технологией. Техническую проблему для музыкальных телемостов, будь то концерт или репетиция, всегда представляла задержка сигнала. С момента совершения действия здесь, в Таллине, до того, как звук или изображение появится на экране в Минске, проходило до нескольких секунд, что делало исполнение произведения невозможным. Загвоздка оказалась в том, что при передаче сигнала система производила множество действий, направленных на то, чтобы доставить сигнал до адресата, даже в том случае, если качество передачи страдало. Информация передавалась не один раз, а многократно дублировалась. Однако на сегодняшний день этими операциями уже можно пренебречь. Соединение между узлами сети стало гораздо более надежным и быстрым. На сегодняшний день каналы связи настолько мощны, что всеми мерами по усилению и дублированию сигнала можно пренебречь, а значит передавать его практически мгновенно. Конечно, для этого требуются мощные компьютеры, но рынок давно решил эту проблему. Мы используем современные игровые компьютеры высшего ценового класса. Их мощности хватает с лихвой для наших задач. Технический комплект для приема и передачи сигнала без задержки обойдется от 3 до 5 тысяч евро. При этом стоимость таких мощных компьютеров неуклонно снижается, а это значит, что Лола будет со временем становиться доступнее. На сегодняшний день к системе подключены около 100 учреждений по всему миру. Для функционирования Лола необходимо интернет-соединение с пропускной способностью в 0,25 гигабита. При этом есть и более простая модификация, требующая только 100 мегабит, которой смогут воспользоваться даже самые обычные музыкальные школы. Внедрение этой технологии в Эстонской музыкальной академии стало возможно при поддержке программы Фонда Восточного партнерства Европейского Союза. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.